искусство флирта знакомо каждой женщине. Но наша следующая участница уже давно не крутит роман. Ее саму крутит роман. Крутит, вертит и делает вот такие поддержки. Екатерина Гусева и Роман Костомаров. Выезд, перешли, пам, пам, супер. Естественно, надоедает, конечно же, когда долдонишь по 1000 раз одно и то же. Выучи сначала шаги, смотри за мной. 2, 3, скрещение, выстрел. Я, конечно, забываю о ногах, румозлиться, потому что первично идет вот это вот, ну, природа актерская такова. Захлестывает эмоции ее постоянно. Вот, и она забывает, на самом деле, по очередности шагов каких-то. Сейчас говори, что делать. Ладно, сколько дуг, сколько шагов. Не смей, Серым, я здесь... Сначала шоссе, да? Шоссе, да. Сколько их? Одно. Мне, наверное, хочется объять необъятное, сделать невозможное, перепрыгнуть там. Очень сложные элементы взяли, особенно это касается каких-то шагов. Такие вот мелкие элементы, не очень зрелищно, как мне кажется, но технически невероятно сложно. Рома говорит правильно, что это и есть фигурное катание. Я стараюсь ожидать наперед, что где она может ошибиться, чтобы я вовремя ее мог подхватить. Хочется вот как-то тоже расти в техническом смысле. И страшно, что кто-то опередит. Я не могу без тебя, правда, без него уже шагу не могу ступить. На льду Екатерина Гусева, Роман Костомаров. Думаю, многим памятен предыдущий танец Екатерины и Романа, когда они изображали героев Александра Сергеевича Пушкина, Татьяну Ларину и Евгения Онегина. И вот новое перевоплощение. Танец и мысленно улыбался, нахлынули воспоминания. Гусева, думаю, что не только на меня, но и на вас, уважаемые телезрители, воспоминания о школьных годах. Ну вот, я вспомнил прошлый танец и этот, если сопоставить, какой лучше? А я не знаю, оба выполнены замечательно. Если говорить непосредственно об этом номере, об этой композиции, то нельзя не отметить, насколько с технической точки зрения сложно было исполнять различные элементы. Я говорю не только о поддержках, я говорю и о вращениях, и о шагах. Насколько сложно было исполнять эти элементы, и ребята, безусловно, справились. Я полагаю, уж позвольте мне высказать свое мнение, что Екатерина с Романом, наряду еще, может быть, с двумя парами, являются главными претендентами на победу в нашем проекте. Теперь уже об этом можно говорить абсолютно четко. Все. Зато Киллиан сделал замечательно. С чего там испугалась беговые делать? Подустала? Я испугалась немножко, что-то не знаю. Но, молодец. Ласточку сделала. Ласточку сделала и сделала, очень хорошо сделала поддержку. Бедуинские были замечательные. Мама! Оценки Екатерины Гусевой
Ну вы посмотрите, какие шикарные оценки. Заслужили, безусловно, Екатерина с Романом те баллы, которые выставили судьи. 5-8. Средний балл 5-10. За артистизм 6-0. 6-0. 5-9. Великолепные оценки. 5-9. Средний балл 5-9. Общая сумма 11,8. Ролан. У меня вопрос к Павлу Гусеву. Ну как вам Екатерина Гусева? Замечательно. Она пока еще не моя родственница, но я бы мечтал о такой родственнице. Она фантастическая женщина, фантастическая артистка, но я бы так сказал, что ей были элементы, которые не позволили мне все-таки склониться к шестерке. Вот те 0-2, 0-1, которые не добрала она, я думаю, что она доберет на сцене. Ну, я вас нетрадиционно поздравлю с последним звонком и с Днем Учителя. Признайтесь, кто из вас поклонник «Ласкового мая»? На самом деле я робко предложила, вот Рома сразу согласился. Я лично вот этими руками в 12 лет расписывала спорткомплекс «Олимпийский» гуашью и писала «Ласковый май». Каюсь, это было на самом деле. Не, на самом деле в то время, я думаю, много фанатов было «Ласкового мая», и действительно эта песня была самым хитом в то время. В 80-х школьницы ходили вот в такой же форме. Катя, а вы успели поносить воротнички и передники? Ну, в начальной школе я 11 класс заканчивала, потом у нас уже формы не было, но на последний звонок мы все одевали вот старую свою форму начальных классов. Ваш последний звонок удался. Кать, ну я что-то не вижу блеска в ваших глазах сегодня. Да? Ну, засудили, честно скажу. Вы согласны, друзья? Катерина, Роман, не расстраивайтесь, впереди еще много этапов, и я думаю, что вы покажете нашим судьям, как надо кататься и судить.